Ой, дедушка. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Давай, давай. Это пончики с малиной. Ой, а это тебе такой подарок. Ты вечно мерзнешь. Я знаю, у тебя, может, этого много. Ну, еще тебе не повезет. Это термобелье. Ну, что-то, я не знаю. Ну, куда? Термобелье, а это пончики с малиной. Ой, да. Вот. Так что будем кушать, едем в термобелье. Открой, открывай. Папа, да, открой, посмотри. Ир, говорила, у вас есть, но знаешь, оно ж никогда не помешает. Да? Вот, раз, тебе штанишки, а вот тебе кофта такая, термобелье. Да, я покажу. У тебя есть это новое? Ну, это новое. Кошечка, ты мне столько надарила. Ты моя Любочка. А? Лапочка. Да перестань. Ой, как вы похожи посмотри. Вообще. Смотри. Молодец, Юля, конечно. Да, да. Такая тебе размер класс. Смёрзнет, да? И коробки все равно тащить не будете. Коробки, да, вам это, не тянут. Коробки тебе не надо, да. А это, не, ну давай пока в одну погоду. Сейчас едут в термоотель, куда Юля возила нас. Там, где есть бассейн с подогретой водой. Вот. И там сауны, да, Юль? Сауны везу папу, да, в сауны. Ему сауны больше. Вообще, а... Лёшка Лин не ходит. Вы даже очень хорошо ходите. Ой, да, это... Не наговаривайте на себя. Узюр постарался. Я хожу. Спасибо, Узюр. Спасибо. Ой, так это вообще классно. Угу. Юлечка, я тут только-только... будет смотреть. Смотри, я только-только... А, разведешься, будет смотреть и вспоминать, да? Я начала здесь разбирать. Да я шучу, вот не балуйся, папа. Ну, Юлечка, ну я сейчас я тебе жалую. Что ж? А ты такие вещи. Ну, папа, деньги миллионер. Привези мне. Там столько вам хороших... Не только что столько, там все комментарии, Сергей Петрович, все восторги от вас. Комментарии просто бомба. Так, мы забираем, да, это туда, да, на кухню? Да, мы сейчас все это порежем. Чай. Маша, что на столе, непонятно. Пончики с малиной, вау. Вовчик, пончики с малиной, вау. Это бомба. Да. Все уезжают, мы с Вовочкой остаемся на уборке. На перемешку диванов. Так. Так, рассказывай, снимаю только руки, тебя не снимаю. Что делаешь? Ничего, просто картошку в мундирах обжариваю. А что-то много налила, она не будет поджаристая? Или будет? А укропчик туда? Тут. Нет. Есть укроп сверху. Мы купили вчера укроп в холодильнике. Нету. Ни лука нету, ничего нет. Все есть, блядь. Вчера лук, вот он, смотри. Где? Был. Ну, видишь, был. Нет, сейчас. Вот он, укроп, смотри. Угу. Вот, держи. Давай. Тут еще рыбу надо разогреть. Лук, да. Лук поели. Здесь еще салат остался. Сало есть. Что ты, вон рыба лежит внизу. Что ты выдумываешь? Ну, лука-то нету. Лук вчера, значит, порезали весь, да. Лук, значит, весь, да. Вчера. А что ты говоришь, много налил? А? Что ты говоришь, много налил? Юля вчера сделала, у нее была поджаристая, она вечером делала. Масло меньше, и потом переворачивала. Это то масло, которое здесь было? Я не добавлял. Надо же переворачивать, наверное. Я только положил, только нарезал. И там еще осталось. Не будет продолжения банкета. Так, смотрим. Нарезал. Его и так не будет. Вова, смотрите. 150 грамм. Смотри. А, кстати, девочки, сейчас вам перейду камеру. Давайте здесь скажу. Я сейчас читала комментарии, пишут, что типа боты на халяву уксус сладкий, нельзя ботекс, при ботексе нельзя пить. Потом под этим комментарием собираются люди, которые пишут, а я вообще две недели не пила после ботекса. Это знаете, как из гостя из будущего, а я сегодня покормила котенка голодного молоком. Вот, и короче, там получается, смотрите, я не это самое, не, ну, то есть мне сказали, я сама знаю, то есть я не первый раз его делала, я сама знала, что там 3-4 дня она мне сказала, его, я не пила, чего вы взяли, это во-первых. Во-вторых, был комментарий, и под комментарий под ним собираются еще комментаторы, что типа писали нет, потому что вы там кому-то представили, девочки, боже, ну вы насочиняли, прям реально уже насочиняли. Я еще сегодня спала очень неудобно, потому что я спала на спине, а я привыкла спать лицом в подушку. Естественно, вот здесь вот оно, где прокольчики были от коллагена, а не гиалуронка, они так типа побаливают немножко. И я настолько люблю спать на животе, что я старалась как-то лечь боком, а голову повернуть вот сюда, понимаете?
Вот, и я не выспалась, но я не бухала. Я знаю, что нельзя выпивать спиртное после ботокса 3-4 дня. Это же в моих интересах, потому что он или не возьмется, или может какую-то реакцию дать. Мне еще дали таблеточки противоаллергические. У меня никакой аллергии нет, но все равно она в тот раз я пропивала их. И в этот раз она сказала, что типа пей лучше на ночь, говорит, потому что они сонливые. Хотя, ну, у меня сонность они не вызывают. Все. Девочка просила показать крем для ног от грибка, типа, вот это же мне ногти сняли, да, помните, потом их подрезали. Сейчас я посмотрю в другом телефоне, может быть, в другом телефоне у меня сделана фотка, потому что я их еще не покупала, именно капельки. Но я ими тоже пользовалась, где мой телефон? Сейчас я посмотрю, но я ими тоже пользовалась, когда вот она ногти мне ремонтировала. Сейчас я здесь посмотрю, девочка с... Да, вот они в этом телефоне. Делайте скрин, потому что она меня спросила в Инстаграме, я же ей фотку не могу выслать, наверное. Вот, вот так они называются, делайте скрин. То есть это получается, она мне отрезала, сняла, или как это правильно сказать, пол ногтя. А, вот там все почистила, потом я уехала домой, сейчас к ней приехала, она опять, вот был так второй день, она опять там все подрезала, вычистила, было больновато прям вообще. И она сказала, купите, я вот их не купила. А противоаллергические они мне дали таблетки, вам покажу. Это вот такие вот, это против аллергии. Против аллергии, она сказала, пропить там 4, тоже 5 дней их. Говорит, на всякий случай, говорит, ну вот ни у кого, говорит, не сталкивалась, чтобы была аллергия, но тем не менее. Я их пью на вечер. А это вот свечи я купила от геморроя, вот эти вот свечки. Они, не знаю, насколько будут эффективные, кто страдает. Вот так вот. Ну, если он не хронический, конечно. Так, и что, и все. Сейчас Юлия Сергеевна уедут, и я здесь закончу убирать, потому что я там уже начала разборку делать. Зеркала мне надо помыть. Кстати, сейчас, наверное, этим и займусь. Так, опс, переключаемся. Юлия Сергеевна едет сейчас, уже вышли на улицу папа с Ириной. Они едут в этот отель, там, где я вам рассказывала, терминальные воды. Вот, ну, она мне предлагала, но у меня же ботокс, и мне сказали, что уж нельзя что-то это распариваться и все остальное. И, в принципе, есть чем дома заняться. Там криминальные воды, они нормальные. Какие? Криминальные. А, криминальные. Смотри, да. Вовочка, мне нужно твое понимание, что ты еще не готов, да? Нет, я еще не готов. Ир, для вот этой штуки вообще не готов. Так, смотрите, что я делаю. Я сейчас быстренько, я не буду мыть прям все окна, у нас времени не будет, потому что они приедут, сегодня день рождения. Сейчас напрягу Вованчика, чтобы он мне помог, там диван надо на диван положить. Юля постирала одеяло. Вот, а я здесь сейчас пропылесосю, сейчас вам покажу примерный вот объем работы. То есть мне нужно отодвинуть все вот эти вот диваны, там пропылесосить, там помыть, помыть зеркала. Можно было бы шторы, конечно, постирать, но просто, чтобы папа дома гости, я думаю, это будет неудобно. Здесь я немножко уже разобрала. Сейчас воду наберу, пылесос стоит и вперед. Я сейчас пойду водичку наберу. Бля, мне так жарко. Я вообще весь мокрый. Ага, я тоже вспотела. Погода такая шикарная. Я боюсь штору подвинуть. Я боюсь, что она сейчас там с крючков. Нет, ее можно продать. А, вот. Можно их было бросить в стирку, но просто что много людей дома и вот это, знаешь, много телодвижений. А так, в принципе, она быстро стирается, быстро сохнет. Но все равно воздух поменяется, я тебе говорю, будет хорошо.
Смотри, мы балкон оставим на последнее, потому что лучше здесь убрать, пока никого нет, чем мы сейчас пойдем на балкон, и там тут не успеем. Я вообще не понимаю, что. Так, пошли воду делать. Или мать взяла, потому что жарко. Я же ехала ненадолго, никаких вещей не брала. Правда, взяла два свитера, из них которых назад я увезу, а два, наверное, выброшу. Здесь один был белый, помните, который я показывала, классический, я покупала. Только я его постирала, он стал розовый, нежно-розовый. Вот. Еще вот эти вот постирать, которые были на креслах, но на сегодня. Опа! Мурушечек распитый, сейчас я зеркало тоже потру. Кошки, что вы сидите, наблюдайте? Девочки отдельно, мальчики налево. Слышишь, Вов, ну это уже, наверное, весна. Наверное, уже не будет холодно, да? Ну, почему? Кирилл, по-моему, говорил, что в том году, конец февраля и март, было холодно. Не было. Ну какая температура? Я знаю, но я говорю, я в том году, блядь, в январе знаю. Блин, реально просто весна на улице. Я реально в том году, в январе месяца знаю. Ну ты мальчик, тебе не холодно. Боже, и хлеб здесь, и это, и то. Мама дорога. Все здесь. Приходится вот так вещи переставлять сбоку туда, сбоку сюда, потому что все невозможно сразу убрать. Это хорошо, сейчас все ушли, можно сюда залезть. Когда дома народ, понятное дело, не подлезешь. Не пролезешь, не пройдешь. А, этот, мы дома не одни. Есть муж Юли, но он лежит, играет. Ну, не играет, я имею в виду, а там занимается. Ну, короче, вы поняли. Так это надо протереть. Протереть надо все. Куча баб. Хоть бы помогли ей. Вот так вот и живем. Черная, она лежит в ванной. Я в ванной положила. Зеленая коробка такая. Посмотри в ванной. Зай, ну откуда ж я знаю, где твои? У меня, например, помады лежат все у меня в сумке. Я не разбрасываю вещи. Ты же вещи разбрасываешь, потом не можешь ничего найти. Какая она была? Вот такая с колпачком? Вот там в ванной, смотри, там помада в ванной какая-то зеленая с колпачком. Не, ну знаю, ну такая.
коробка зеленая. Большая? Да. Ну там посмотри. Там смотри есть. Вниз наклоняй голову. Ага. О, видишь, просто все на место ставить надо, вот так я сделала. Тебе поставила, тебе не сказала пока. Вова, да. Все, я нашла. Молодец. Застели мне это. Ходишь, бродишь. Застели мне диванчик. На мой хайкоску на губе. А всем привет, ребята, пока мы уходим на дедушке, на дедушке. Пока. Говоришь? Что ты сказал? Что, Маша? Что? Что ты сказал? Я сказала, там есть. Мама, потому что стоит около окна, пыль летит, окошко все равно открыто. Но я думаю, что со времен, как я уехала, детки его не протирали. Юльке, понятное дело, у нее времени, а может... Так, разрезала я полотенце, которое барон дарил в том году. Сейчас мы здесь за диваном сначала соберем. Это вот все крупное. Заколочка какая красивая. Вот, крупная. Сейчас это не на выкинуть, это отложить. Что-то на выкинуть, что-то резинка хорошая. Пилка, это одно выкинуть. Да. А вот это я не знаю, почему, кто это сделал. Как это можно было? Это я не знаю, как теперь даже красить это. Без понятия. Такая красивая квартира была. Помните, мы с Юляной. Помните, мы с Юляной сделали это шторы. Это покрасил же он этот самый. Как так можно, я не знаю. Такие стены стали. Жесть. Ну ничего, сейчас будет хорошо, сейчас будет, по крайней мере, будет свободно дышаться. Будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Это, как можно тут-то, я тоже не понимаю, как это сказать. Но они приспособились, это все главное, приспособиться, и все получится. Комментарий. Что вы нам рассказываете за этого, говорит, барона, говорит, это был внедренный персонаж, говорит. Он, наверное, там понял, куда попал и типа перестал быть персонажем выдуманным. Что мне выдумывать? У меня жизнь как идет, она так она идет. У меня она как идет. Что выдумывать? Мальчику Кемалю 33 года, был женат он на... украинке, он рассказывал. Разведен, есть ребенок 5 лет. Хороший мальчик, артист начинающий, персонаж хороший. Что я, где я на него вешаю, зачем я на него вешать, я не понимаю. Я не знаю, о чем вы пишете иногда. Что смысл? Так. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Спрошу у Юли, если она захочет меня постирать, то, что на диванах лежит, заложить, может, какими-то маленькими полотенцами, одеялами, вернее. Так. Сегодня день рождения, мы сегодня, по идее, вот должны были поехать в эти воды. А потом пригласила нас Люба к себе. Люба говорит, Марина, я тебе звоню, говорит, приглашаю тебя к себе на ужин, ты мне не отвечаешь. Говорит, так ты мне звонишь, я говорю, в Инстаграме. В Инстаграме, когда ты мне звонишь, я ж не вижу твой звонок. Там поток людей, говорю, большой. Ну вот. Я говорю, я тебя не слышу. Сейчас, когда мы были на день рождения у Юли, она говорит, я когда услышала твой бас, так, говорит, обрадовалась. Я, говорит, не знала, что ты вернулась. Приехала, говорит, я не знала, говорит, потому что говорит, на твой инстаграм не была подписана. Ютуб я не смотрю, говорит, с девчонками, говорит, не общалась на этой неделе. Говорит, я услышала твой базу, говорит, я так обрадована. Я говорю, как это приятно, когда вы молоденькие и вот так вот тянетесь к нам стареньким.
Так, сейчас еще раз зеркало один раз протру. Где оно тут? Эта тряпка, она сразу моментально грязная, потому что стоит же около окна. Ну и людей много, понимаете, все же ходят. Хотя ходят в обувь и снимают, но все равно пыль летит. Больше верхней одежды носят. Будет хорошо сейчас. Ну, погода шикардос. Погода прям вообще шикарная. Сейчас будет чистенько, девочки. Так, здесь сейчас пройду. Ну, надо вот этот угол сначала игрушки перенести сюда, а угол отодвинуть. И все. Потом там исполнить и на балкон выбрать. Блин, выключи вот эту херобору. Я тебя прошу. Снимаю, братья, смотрите. Выключи. И когда на телефоне сидишь, по часу, я тебе не говорю, выключи телефон. Так я разговариваю и не так говорю. И я разговариваю. Я просто разговариваю и никого я не снимаю. Я просто разговариваю. Я тоже просто разговариваю с моими подружками. Никого не снимаю. Никого не снимаю, только снимаю. Ну смотри. Все, вот это вот белое снять. Ну смотри. А то сейчас, когда она придет, машинку запустит и постираем эти самые. Что я так понимаю, их как мы купили тогда с ней с Юляшей, их уже никто не стирал. На них и сидят же и джинсами, и трусами, и всем. А где футболки? Какие футболки? Которые здесь были. А они лежали на кухне, я их сняла, сегодня с батареи не высохли. На кухне, а она, наверное, их отнесла к себе в комнату. Посмотри в комнате у нее. И ты ж давай, подожди, мне ж надо отодвинуть эту штуку. Гадя, она катается по ламинату. Сейчас, подожди, 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 вот, дай я тут стряхну сюда. Дай. Все. Видишь, как все оперативно. Тихонечко, тихонечко, блядь. Видишь, вот я без тебя бы не справилась. Давай. Десятку несу, да? Вот видишь, десятку заработали. Давай я уберу деньги. Что они меняться будут? Yeah. Да, ты вот эти вот игрушки давай сюда, ага. А вот большой мусор руками, а мелкий пылесосом, если ты не знал. Я вообще не знаю, я говорю, я на твоей не работаю. Забирай балалайки. Чтобы застелить диван.
Давай я это покрывало вытряхну. И эту коробку, наверное, белую вынесу, да? Вот так получается. Пока постираются вот эти белые штуки, будет так. Я думаю, что все равно лучше она наорет, но если скажет, ничего страшного, лучше поорет, зато они почистятся. Здесь я тоже протерла. Можно было бы окна с двух сторон, но времени нет, потому что ехали это, когда приедут. Это сейчас все равно. Где? Да, я бросила. Дурная привычка. Сейчас это я поставлю в отдельный стаканчик. Я вот здесь сейчас убираю. Если помыть телевизор, помою телек. Сейчас я уберу. Вот. И все. Пол, ковер здесь готово. Люстра, ну то такое. Все, можно идти на кухню с телевизором. А, все. Чего? Не хочешь? Нет. Что, все? Устал? Конечно. Нифига себе. Ты даешь. Как быстро уставать. Ну да. Ты говорил, что ты Геракл. Я не говорил такого. Нет? Я Геракл. Кто это? Ты говоришь, я такой сильный мужчина. Я такого вообще не говорил. Зачем ты правду говоришь? А? Что-то Машка сюда наклеила на этот. Да тут везде, блин. То там, то там. Ага, наклеила на телевизор этот. Ого, какой, глянь. Смотри. Что? Телевизор. Прикинь. Представляешь? Ну вот, Сергею Петровичу будет на день рождения подарок. Чистый экран телевизора. Как вариант. Правильно? Блять, здесь клей, а что клеит-то все время? Я поддерживаю. Не, ну она-то полы моет каждый день. Ну, через день, если там очень занята. А так она полы нормально моется, потому что поток людей большой. Просто что вот не двигаются диваны, там, окна. Ну, вот я как раз заезжаю там каждые 3 месяца. Вот генеральный, знаешь, как... Походы. Да, клининговая компания приехала и уехала. А я расслабляюсь, мне нравится убираться, меня это не напрягает. Мне нравится, когда я один. Тогда я убираю. Она так. Так, а что? Мы и так с тобой один. Не. Мы вдвоем, это меня своим телефоном с понтовыку сбило вообще. Я этого не люблю. Да ладно, расслабься. Мало ли, что ты не любишь. Надо, знаешь, в этой жизни все попробовать. Не до такой степени. Ну, не до такой степени. Мы знакомы, конечно, как ты говоришь, я говорю. Но... Смотри, все. Делов-то 2 минуты. Вот готовить я не люблю. Я тоже. А вот убирать... Это да. Что, рыжий, сразу на чистое пришел, да? Мне кажется, что зеркала можно было еще час натирать, они бы еще бы стали бы зеркальнее. Ну, потрите, делать нечего. Так тряпок надо, хорошую чистую тряпку. Я же полотенце разрезала. Свое, кстати, чтобы на меня этот мне дарил. Там один дружбан. Ну, не дарил, а покупал там, надо было. Хорошую книжку привезли, не Букварь, а Винни-Пух. Ага, Винни-Пух, надо будет ей почитать. Книженцию. Так, воду я сейчас поменяю. Как цветы долго стоят. Твое личное дело. Ага. Так, даже надо эту белую тряпку постелить.
Сейчас оно там высохнет, там какой-то ковер, коврик я видела, вот этот мохнатый, который лежит, и вот рухани и положи его. Я его уже трусил. А да? Куда ты его хочешь положить? А он на балконе лежал, он просто что неудобный. На полу? Он, да, на полу, он неудобный, потому да что... Да нет, это пиздец. Он ездит. Ну, она, это, знаешь, под этот... С чужим уставом чужой... С твоим уставом чужой муравейник, как говорится. Но он там лежал, оно вроде вид придает, но он, бляха-муха, неудобный. Он, знаешь, он постоянно ездит туда-сюда. Туда-сюда. Все. Видите, как мы с вами. Потому что если его положить еще и наверх, оно, когда сидишь, ерзаешь, оно падает. Я же говорю, эхо появилось в квартире. Воду мы поменяли. Машинку поставили. Так они и жили, девочки. Он любил ее, она любила другого. Мне кажется, что ты делаешь неправильно, это угол. Есть же тут угол, видишь, это надо просто больше сюда его. Ну, пробуй, пробуй, у тебя получится. Ты на правильном пути. Боже, какая чистота, скажи. Как чисто на балконе вообще. Жалко, что окна. Мыть окна это сейчас нет, там надо на кухне разобрать. Тем более, это же она же хотела курицу печь или что? Да. Там фасады на кухне надо еще выделить день помыть. Сами эти полки я помыла. А... Все, сейчас пол высыхает и ложим. Кладем. Ковер за 1500 евро, долларов. На котором все ходят в тапках. Жалко мне. Сама хожу в тапках, надо пробираю. Надо еще если истории снимаю его, но у меня его чисто. Виталий же не разбывается, а здесь разбивается. Я представляю, здесь с таким потоком людей, если бы еще и не разбывались вообще. А. Вообще был бы. Я собрался идти. Ты собрался там посидеть, подождать меня. А, кофейку ты не хочешь? Кого? Кофеевочек. Хочу. Давай, сделай кофеевочек. Не, я пойду мокрая, пока не высохнет, не пойду никуда. А я тебе тапочки дам, зайчик. Не надо, я ему как могу пройти. Ну как пройди, если ну потом что надо будет. Но опять твой вот этот блок включит меня, это сука так бесит, это ужас, я просто понять не могу. Блин. Что? Ничего. А, ты не хочешь, чтобы я был... А, ты думаешь, что ты сейчас пойдешь, а я включу блок, да? Да он и так включенный. А ты знаешь? Давай пятерок. Знаешь, ой-ой-ой. Слышишь, знаешь же, знаешь, тебя не проведешь. Красавчик. У меня такое впечатление, что я с тобой знакома лет 20. Ну, блядь, 30, поймай. 45. Не, ну, учитывая, что ты меня младше на 10 лет. Да. Ну, вот. То, конечно, ты молод, ты красив, понимаешь?
Как ты молод, как ты глуп, да? Слушай, здесь вот какая-то штука вот эта, я не могу понять, что она так, она куда-то летает и летает, и такой звук создает. А так бы мы сейчас, смотри, кофеечек бы с тобой там попить. У меня есть шоколадка на мечке. А? Так, а что ты молчала? Шоколадку могла и так дать без кофе. Я тебе сказала, будешь шоколадку, то я же не... Конечно, буду, когда ты говорила. Так, сделай кофеек с молочком, мы с тобой полы сядем, отдохнем, покурим. Полы мокрые. Я не высох, я там уже высох. Это полы мокрые. Ну я все, с тобой нельзя в разведку, видишь, я тебя... Я по мокрому не топчусь. Сначала говорил, ну все мокро-мокро, а тебе нравится, а теперь уже по мокрому не топчусь. А ты как-то отвечай, да, за свои я слова. Я сухой сделал мокрую, моя отвечай, база. Ну вот. Ты не отвечай за свои слова. Я отвечаю за свои слова. Да, сначала, ой, мокрая, а теперь все. Я имел в виду полы. Ага. Все, что ты имел? Ой, я еще не имел. А что имею, то и в виду. Молодец, красавелла. Смотри, как чисто. Нравится? Да, мне нравится, что у меня посыпало. От сала, может, мы еще его переели. Два, три. Слышишь, Вов, мы переели жирного очень много. Считай, мы каждый день с тобой сало на утро, на обед, на ужин. Одни мы с тобой его жрем. Но оно вкусное. Сама ж делала его, Ира. Все. Что и требовалось доказать? Все. Так, девочки, смотрите, какая чистота тут стала. Вот сюда не хватает только одеяла. Вовочка сделал кресло. Сделал вот такой замечательный кофе. Здесь тоже не хватает скатерти. И мы с вами сейчас по вам переключимся. Слушайте, вот этот мужчина, он меня улыбает уже вторые сутки. Я просто хожу, просто улыбаюсь. Мне дочка звонит, говорит, мама, боже мой, что ты такая счастливая? Что там у тебя происходит? Я говорю, да ничего, просто настроение хорошее. Бабушка, надо походу. Чтобы она вообще полностью счастливая ходила. Ну а что делать? Ну давай уже в блог, блядь, все болит. Бля. Пусть уже итальянцы слушают, пусть моя Лёля слушает. А что, только давай чокнемся. Давай. Я же язык прикусила. Да? Ой, вообще, это кофе он сделал, но молока нету. Слушайте, какая... Вот это вот, знаешь... Шоколад, слушай... давай. А, шоколадку обещала, блядь? Да. Несу. Все, смотри, меня, вот моя попа только видна. Только помоги, все, давай. Тебя не видно, не переживай. Я вижу, как я меня все, видно. Я закрыла, тебя не видно. Все, видно только мое. Развернуть, развернуть. Бред, такой, сука, я тебе... Давай, камеру. Разворачивай. На натуре, да, много говоришь. Да меня это клинит, ну честно, я тебе... Все, говорю, тихо, здесь... не труси с него пыли, полы там. Все, выключи. Девочки, мальчики, мужчины, ну что, мы закончили с Вовочкой. Кстати, еще раз протирали пол, и вот на полу... Потому что пылесос — это одна труба, нет вот этой пылесоски. Я постельное белье пока туда положила. Смотрите, как получается. Смотрите, вот стены. Как так? Что можно было делать со стенами? Я не знаю. Вот такая вот красота получилась. Все чистенько. Сейчас штору попрошу мужа, он лежит. Штору потом сделать. И зеркала, конечно, еще бы чистой тряпкой протереть. Потому что я даже вот здесь вижу, что здесь тоже все убрала. Вижу, здесь, знаете, какой-то как хлопочек остался от этого. Кстати, Новый год у нас еще горит. Мне нравится. Я пока здесь сплю. На диване сначала здесь спала, потом этот раскладываю. И сейчас забросим машинку, вот эти вот белые, они уже с черной стали. Смотрите, ну красотень же. Прям не знаю, вообще. Супер-пупер. Ну, маленький. А мне, кстати, нравится, что у нее иногда меняется как-то цвет. Можно, свет можно делать типа вот такой, видите. Можно еще купить пену до ковра и ковер помыть. Вообще, блядь, шикарно будет. Все.